я была маленькой девочкой, мне не очень-то хотелось ее сажать картошку. Мне хотелось играть, как всем детям, наверное. И я все время смотрела в небо, потому что на поле, кроме черного поля, небо и бабушки, больше ничего и не привлекало внимания. Я всегда смотрела вверх. Смотрела вверх, и когда увидела я два красных парашюта, ярких парашюта, ну тогда я не понимала, что парашюты. Я бабушке крикнула: смотри, эти две красные головы. На что она меня просто заругала, мою фантазию, сказала: не отвлекайся, сажай картошку. А я даже немножко уже играть начала. Я бегаю, и этот объект передвигается вместе со мной. Я перебегаю, и мне кажется, что я двигаюсь и передвигаю сама этот объект. Вот тогда мне вот так казалось. Потом я увлеклась работой и забыла про этот объект. И потом уже, когда я обернулась на поле, я увидела очень много веревок, и поднимается вот оранжевый, я не знаю, как его назвать тогда, что у меня было в голове. Сейчас я понимаю, что это человек, а тогда я не понимала, ну чудище или что, я не знаю. Я бабушке говорю: смотри, говорю, не хотела смотреть на небо, посмотри, теперь вот идет. Он широко расставил руки, ноги и так пошатывающей походкой шел к нам на встречу. Может быть, ему неудобно было в скафандре, может быть, он хотел напугать нас, не знаю, но шел прям пошатываясь нам навстречу. Бабушка увидела, когда схватила меня за руку и сказала: бисмилля, и начала молиться. Начала молиться, я испугалась. Тогда, раз она говорит молитву, значит, это что-то ужасное, страшное. Мы с ней развернулись и побежали в сторону посадок. С посадками было на что. Потом он крикнул: мамаша, стойте, свои. Я говорю: бабушка, остановись. Говорит по-русски, человек, наверное. А голос был такой, как из бочки, глухой такой. Вот. Бабушка остановилась, и мы стали выходить с посадок. С посадок вышли мы когда, но навстречу уже мы не пошли. Мы стояли возле посадок, потому что там все-таки дом поближе. Вот. Он шел к нам навстречу, подошел, спросил, как зовут бабушку. Бабушка сказала: я Анна Акимовна Тафтарова, что я жена лесника. Это моя внучка. Он спросил, как ее зовут. Она сказала: Румия. Он переспросил, как. Это мое татарское имя. Она говорит: да что там Румия, Рита, у нее русское имя есть для школы. Вот. Ну вот он меня назвал Ритой. С именем Рита я попала в историю. Считаю, что это имя Рита мне подарил Гагарин. Потом они пошли, а бабушка спросила: а ты кто? Откуда ты? Он говорит: я на корабле. Она говорит: какой корабль? Рядом и воды-то нету. Какой корабль? Он говорит: я с неба. И я, говорит, вам покажу кабину свою. Давайте пройдем. Ну, она пошла за ним, потому что, ну, наверное, не доверяла или хотела убедиться, что он точно на корабле. И вот они пошли к кабине. Я хотела за ними побежать, но подошел теленок и начал есть картошку из ведра. Вот. Бабушка меня поругала. Картошка же важнее была на тот момент, чем Гагарин. Я осталась возле этой картошки. Они пошли к кабине. Там бабушка еще интересовалась. Ну, там вот кабина, я так видела потом уже макета. Видимо, неудобно туда нагинаться, пальчиком указывать, это что, это что. Она, говорит, я даже не постеснялась, в галоши ногу туда засунула и галошем показывала. А это что, это что? Это он ей что-то рассказывал там все. Потом уже, когда они обратно шли, колхозники все это слышали, они стали бежать с поля навстречу Гагарину. Вот тут я испугалась, заплакала, потому что не поняла, что это такое вообще возле бабушки, почему все люди бегут и что сейчас будет вообще. Они обкружили их, и я сквозь толпу прошла туда, в середину прошла и увидела, что уже Гагарин, сейчас я уже так понимаю, что бежит на поле, на парашютах, на земле лежал. Расстегивали ему скафандр, что-то ему тут с рук снимали, и я увидела настоящий человек. Вот. Потом прилетел вертолет, военные машины, много было. А еще когда на поле стояли, он спросил, говорит: где я могу о себе сообщить? Я вот это забываю сказать. Где, как я могу о себе сообщить, что я вот здесь? У вас есть где-то телефон поблизости? Бабушка ему сказала, что у нас есть там в Смеловке телефон, но туда надо ехать на машине. А машины нету. У меня есть лошадь и телега. Если ты запрягешь, я отвезу. Он говорит: да запрячь я смогу, но только это долго. Мне надо быстрее о себе сообщить. Вот. И вот уже потом вот эти вот колхозники были. Спасибо. Вот.